Завершилась первая смена «Дальневосточное здоровье» молодежного образовательного форума «Амур-2022». Он проходит с 10 сентября по 4 октября. В образовательной части были эксперты со всей России. Лекции и мастер-классы в области правильного питания, физической активности, репродуктивного здоровья, вредных привычек провели специалисты Министерства здравоохранения Хабаровского края. На первой смене были представлены проекты по здоровью-сбережению и здоровому образу жизни. Около 30 проектов было заявлено на грант, 7 из них получили федеральную поддержку. Еще около 30 проектов было разработано участниками в течение смены. Тему продолжим с нашими гостями. В студии Артем Москвин, заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Дарья Волховская, победитель грантового конкурса «Росмолодежи». Доброе утро. Товарищи, доброе утро. Ну, расскажите нам про форум «Амур» вообще, как он проходил, когда была та самая смена, да, про здоровье? И сколько было человек? Форум «Амур» — это такое ежегодное мероприятие, шестой год он уже проходит. С 10 по 16 сентября проходила смена «Дальневосточное здоровье». В ней приняли участие порядка, наверное, 200 участников, и было заявлено огромное количество субъектов, в том числе граждане ЛНР, ДНР, все приехали, чтобы погрузиться в эту смену. Здорово. Наверное, ну, мы сейчас с Людмилой коротко рассказали про эту смену, но все-таки от вас хочется узнать, о чем была смена? Да, детально. Дальневосточное здоровье. Какие эксперты были заявлены? На что обращали внимание? Ну, на самом деле, дальневосточное здоровье – это смена о самом главном. О нашем здоровье, о нашем образе жизни, да, о самом вроде как бы простом, с одной стороны, а с другой стороны, все остальные как бы мероприятия невозможны без именно здорового образа жизни и здоровья человека. Вот, эксперты были разнообразны, это были и мотивационные спикеры, со стороны, например, спорта, Юлия Чапала, например, была, да, выступала с мотивационной речью, беседовала с участниками. Это были эксперты из системы здравоохранения. Врачи и андрологи, и диетологи, и венерологи, ну, то есть различные специальности были представлены. Это и, конечно, специалисты Центра общественного здоровья, Центра антиспид и краевой станции переливания крови. Что касается участников, участники – это кто? Это люди, чья жизнь и работа так или иначе переплетена со здоровьем, или это просто вот люди абсолютно разных сфер? Вот. Была же молодежь, которая просто приезжала, ну, просто на форум. Просто ну, потусить, да? Да. Ну, на самом деле не потусить, а вот это форум образовательный. И главная задача – это чтобы люди получили новые навыки, какие-то освоили новые компетенции и создали такие сообщества, комьюнити. Это были люди, конечно, не только которые погружены были, ну, там, грубо говоря, не учителя физкультуры и не там зожники отдельно. Это люди, которые, ну, хотели вот именно прокачать себя вот в этом направлении. Были люди, которые, конечно, работали в этой отрасли, и они подготовили проекты, про которые вы говорили, они получили поддержку Росмолодежи до 300 тысяч рублей. А были те, которые приехали и сказали, блин, точно, я этим не занимался, нужно в это погрузиться, и во время работы форума они приготовили там проекты по здоровому образу жизни и защитили их в последний день смены. На самом деле здесь надо сказать большое спасибо большой команде организаторов, потому что это там не Министерство здравоохранения Хабаровского края отдельно. Мы отвечали за составную часть, связанную там со специалистами здравоохранения. Это правительство Хабаровского края в первую очередь организовали. Это при поддержке Минвосток развития, при поддержке Росмолодежи и курации, конечно, полномочного представитель президента России. Артем, красиво разговариваете, но рядом сидит Дарья. Да, я передаю слово. Дарья, вы же победили в конкурсе, правильно? Да. Ну, расскажите про него, пожалуйста. Про проект, да. Я победила в конкурсе грантов. Мой проект – это интерактивный музей здоровья. Он состоит из нескольких экспонатов. Экспонаты направлены на то, чтобы показать влияние вредных привычек, чтобы показать, как правильно необходимо питаться, ну и о том, что насколько необходима физическая нагрузка. Так, и когда мы сможем, как жители Хабаровского края, Хабаровска, прийти к вам в музей и все воочию увидеть? Подожди, ну вот даже вот музей, это же, я так понимаю, не физическое какое-то здание, это что-то вот интерактивное такое, неосязаемое. Это осязаемое. Осязаемое. Это будет именно выставка экспонатов, но она будет не стационарная, а передвижная. Мы будем передвигаться по различным локациям, площадкам и непосредственно проводить экскурсии для желающих. А когда мы это все увидим? Сейчас идут организационные вопросы, то есть подписание грантовых соглашений, закупка необходимых экспонатов непосредственно. А уже с нового года мы начинаем серию этих выездных выставок по не только городу Хабаровску, но и также хотим задействовать районы края.
Дарья, давайте скажем честно, есть же разные музеи. Есть те, куда маленьких я бы не повел, где им будет скучно. А есть куда уже взрослым уйти, уже неинтересно. А вот интерактивный музей ваш, он для какой аудитории? Официально он от 12+, конечно, потому что есть, показываются внутренние органы некоторые, они, конечно, схематичны, но на самом деле и старый млад, как говорится, им интересно, там он интерактивный, яркий, возможностью все потрогать, подвигать, некоторые предметы даже можно побить. Обанна. А какие еще проекты запомнились? Запомнился очень интересный проект «Мамины ладошки» для беременных и уже ставших матерями девочек. Они их собирают в такие клубы, где проводят для них лекции. Я думаю, что очень полезный проект. Очень надеемся, что они реализуются на полную мощность. Артем, а вы какой проект еще запомнили? Что вообще в целом запомнилось форму «Амур»? Мне запомнилось то, что любой участник, даже который приехал без проекта, они сделали какой-то продукт. Даже не проекты, а там вот такой понятийный аппарат, именно создание продукта, того материала, который будет уже готов для выпуска. И, например, наши, коллеги, можно так сказать, с Амурской области, они предоставили, разработали продукт, который направлен на то, что просто, просветительская компания на самом деле. С одной стороны просто, а с другой стороны он настолько был интересен и обернут вот в абсолютно другую, не просто лекция, а интерактивная беседа. Там они делают, измеряют рост, вес, считают индекс массы тела, потом выбирают по какой-то таблице. И эти люди, они за неделю фактически это придумали. И вот это мне запомнилось. Заряд людей, которые приезжают на форум «Амур», и после форума «Амур» они на самом деле не заканчиваются. Это вот все, что вот сейчас рассказывала Дарья, закончился форум «Амур», и после этого, как он закончился, начинается работа по продуктам, и дирекция форума «Амур», они продолжают поддерживать наиболее готовые продукты, и вы их, я думаю, увидите, и мы здесь увидим в Хабаровском крае, и другие граждане других субъектов тоже видят форум результат «Амур» этих продуктов. Это маленькая жизнь, которая продолжается. Это площадка для идейных людей, и здорово, что это такая уже добрая традиция нашего региона. И хотел еще добавить, что очень было важно, на форуме «Амур» ежедневно мы формировали привычки. Все знают, что нужно быть зожником, а какие привычки должны быть, мы это учили тоже. Какие людей. Привычки, например? Например, нужно употреблять менее 5 грамм соли. И провели сразу же с участником, 200 человек сидят. Я спрашиваю, как вы думаете, сколько вы в год съедаете соли? Килограмм, 3 килограмма, как вы думаете, сколько вы съедаете? Я думаю, нас должно это шокировать, ответ на этот вопрос. Килограмм 15, наверное. Чуть-чуть меньше. 5 килограмм ежегодно употребляет человек. Я много сыра просто, и салатики, соли, а должен 1,8 кг примерно, даже может быть чуть меньше. И вот такими вот маленькими шажками, даже сейчас уже приехал, и пишут ребята, говорят, не хватает нам этих минуток, которые связаны с правильными привычками. Говорят, запоминали, благодарили, это было очень приятно. Артем, вы тоже до губернии, можете без 15-7 приезжайте. Хорошо. Договорились, спасибо большое. Следите за своим здоровьем, приобретайте новые привычки. Начало рабочей недели, понедельник. Отличный повод как-то свою жизнь улучшить. На студии Артем Москвин, заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Дарья Волковская, победитель грантового конкурса «Росмолодежи».